Сейчас срочные новости из Магнитогорска. 11-месячный малыш найден живым при разборе завалов, рухнувшего от взрыва газа дома. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Подробности мы узнаем прямо сейчас у нашего корреспондента Андрея Сапегина. Он с нами на прямой связи. Андрей, в каком состоянии сейчас младенец и осмотрели ли его уже врачи? Андрей, здравствуйте, слышите ли вы нас? Мы сейчас пробуем еще раз связаться с нашим корреспондентом Андреем Сапегиным. Он работает в Магнитогорске. Напомню, что буквально несколько минут назад поступили срочные новости о том, что во время разборов завалов, рухнувшего от взрыва газа дома, найден живым 11-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. И сейчас мы вновь связались с нашим корреспондентом Андреем Сапегиным. Он с нами на прямой связи. Андрей, вам слово. Какие есть у вас подробности? Да, коллеги, вы это трудно поверить, но спустя почти полутора суток, да, получается так, под завалами здесь на обрушенном здании в Магнитогорске найден, по разным оценкам, пока это не точная информация, 10-11-месячный ребенок, это девочка, и по словам губернатора, точнее, по информации его пресс-службы, ребенок находится сейчас в больнице. По непроверенной информации, ребенок лежал в кровати, был укутан, и именно эта девочку, эта девочка и спасло. Вот такая срочная информация с пометкой «Молния», со ссылкой на губернатора Челябинской области. Ну, разбор завалов продолжается, точнее, не разбор завалов, а демонтаж конструкций, которые представляют опасность для поисково-спасательных работ, точнее, для спасателей, которые работают в зоне ЧС. Стена седьмого подъезда очень нестабильна и в любой момент может обрушиться, поэтому ее принято решение искусственно завалить. Вот такая информация последняя из Магнитогорска, коллеги. Андрей, спасибо. На прямой связи из Магнитогорска был наш корреспондент Андрей Сапегин. И вот только что мы видели те самые кадры, которые мы получили совсем недавно. Кадры, на которых видно, как спасенного 11-месячного ребенка, уже известно, что это девочка, вытащили из-под завалов обрушенного в Магнитогорске дома. Ребенок чудом выжил, и сейчас его осматривают медики. И вот кадры этого действительно чудесного спасения мы сейчас видим.